Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня, вы не поверите, книжные покупки, но самые маленькие за историю книжных покупок – книжные покупки. И, пожалуй, для сегодняшних книжных покупок мне стоит сделать так. Моя шляпа. Напишите, идет она мне или нет. Так вот, сегодня книжные покупки, точнее, три книги всего, и две из них посвящены. Что за отстало? Секунду, сейчас я все улажу. Что-то пошло не так, я вам покажу вот так. Думаю, не стоит больше растягивать это очень длинное видео. Безумно длинное видео, поэтому переходим к книгам. Сначала я вам покажу одну книгу, которую я дала довесок к моим двум любимым обожаемым книгам. И эту книгу я сильно хотела. Эта книга «Учимся понимать лошадей» вместе с Кадди. 6+, я вас умоляю. Она просто в 3 страницах буквально, и не знаю, зачем мне эта книга, но она довольно-таки интересная. «Учимся смотреть поведение лошадей», там написаны такие вещи, которые я уже давно знаю, но все равно я ее купила, потому что я не знаю лошадки. И может что-нибудь новое узнаю. Не буду долго распинаться, буду впереди две самые интересные книги. Самую-самую книгу я оставлю напоследок. Самую вкусную, самую сладенькую. А сейчас я вам покажу вот это. Это просто «Война и мир». Шутка, это не «Война и мир». Это Артур Конан Дойл, полное собрание произведения Шерлока Холмса в одном томе. Я посчитала эту покупку очень выгодной, потому что если мы поделим, примерно 600 рублей она стоила, на дофига книг, которые здесь есть, то мы получим где-то, я не знаю, копейки, они пусть вышли, а если покупать по отдельности, это будет гораздо дороже. Это Шерлок Холмс. Будем зачитываться. Теперь самая вкусная книга этих книжных покупок. Из трех книг она самая классная. Это энциклопедия самого интеллектуального сыщика Шерлока. Здесь нарисован Шерлок, а здесь доктор Ватсон. Она такая вся. Картиночки. Не, я сначала думала, что это просто энциклопедия с картиночками и какими-то маленькими приписочками. Нет, это самостоятельное произведение. Тут написана история, как режиссера пришла вообще в голову идея снимать Шерлока и так далее. И я такая, господи. Тем более продавалась со скидкой. Она в магазинах стоит 1000 рублей и больше 1000 рублей. А я ее купила за 800 или дешевле. Ну, в общем, мне казалось, что это не дешевая книга, потому что она такая тяжелая и в ней много картинок, и она очень интересная и красивая. И, в общем, и, короче, с вами была я, Ксения Кузнецова. Всем пока. Эй, ребята, я решила устроить конкурс на книгу Артура Конан Дойля «Собака Баскервилей». Книга абсолютно новая, ни разу не тронутая, ни разу не читанная. Не знаю, к лучшему это или к худшему, но неважно. Эту книжку получит тот, кто выполнит все условия данного конкурса. Вам нужно подписаться на мой канал, вступить в мою группу ВКонтакте, подписаться на меня в Инстаграме, в Твиттере. Все ссылки будут в описании. Идет репост данного видео. Также поставить лайк и написать комментарий со своим порядком номером. Учитываться будут комментарии, которые оставлены под записью с данным видео. Всех люблю, всех целую, всем пока!